Данил Клычков отдыхать на Черное море едет впервые, да и на поезде ему предстоит отправиться в первый раз. Скучать не придется ни в дороге, ни в Евпатории, уверен подросток. Не успела поездка начаться, а у него уже новые друзья, с которыми познакомился тут же. Купаться и отдыхать. И на двухъярусной кровати спать. Диана Филоненко занимается легкой атлетикой, вице-чемпион поселка Суходол Сергиевского района на 300-метровке. В свободное от спорта и учебы время зачитывается приключениями Тома Сойера. Когда узнала о поездке, сразу и не поверила своему счастью. Ведь мама родом из Крыма, там же сейчас живет бабушка Дианы. Я обрадовалась, я, наверное, всю неделю до поездки прыгала от счастья. Будет классно, круто, то, что так будет прикольно. Я надеюсь увидеться с бабушкой. Мне вчера мама столько рассказывала об этом, как это классно. Так что я вся даже вот, блин, выговаривать буквы нормально не могу. На оздоровительный отдых в Крым в этом году отправились 180 самарских детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также победители всевозможных олимпиад и спортсмены. В рамках регионального проекта Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области поправлять здоровье подростки от 7 до 14 лет будут 21 день в санаториях имени Крупской и Смена. Надо отметить, что в этом году вновь выделены деньги с федерального бюджета в объеме 43 миллионов рублей на отдых именно детей данной категории. В течение всего летнего периода отдыхом и оздоровлением будет охвачено более 509 тысяч детей. То есть количество детей, которые будут оздоровлены, не уменьшается с каждым годом. Это очень важно при сегодняшней ситуации, социально-экономической ситуации, как в России, так и в регионе. По единому билету самарские подростки в сопровождении 17 взрослых и врача на поезде из Самары доберутся до Анапы, потом на автобусах до Керченского пролива, затем паром до Крыма. Встретят путешественников в санаториях Евпатории. И это только первая смена, вторая состоится в начале августа. Одна группа поедет в Крым, другая в Анапу. Программа оздоровления подростков работает в Самарской области уже третий год. Для всех детей путевки на черноморские курорты бесплатные. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.